Всем привет, чуваки! Вы на канале Play Jackson, и буквально на днях один из подписчиков в комментариях предложил мне очень интересную идею — собрать лигу из самых богатых футбольных клубов Европы. Мне показалась эта идея очень-таки годной. Я собрал 20 самых богатых футбольных клубов Европы в один чемпионат. Надеюсь, вам это все зайдет. Сейчас вы увидите участников этого эксперимента на своих экранах. Вот эта двадцатка по версии журнала Forbes. Сразу скажу, я очень удивился, когда увидел среди всех участников West Ham. Я не думал, что они входят в 20 самых богатых футбольных клубов Европы, но так написал Forbes. Что я могу с этим поделать? Симулировать все матчи я буду за PSG. Давайте начнем наш эксперимент. Август. Первый поединок для PSG против Ман-Сити, два одних из самых, наверное, богатых футбольных клубов, которые входят в топ-5. Сейчас сойдутся в противостоянии, смотрим. Ничья, вполне логично закончился данный поединок. Поражение от Лестера 2-1, неожиданно. И победа над Миланом со счетом 3-1. Сентябрь, матч против Наполи. Поражение 1-0. Следующая итальянская команда. Ювентус, ничья 2-2, кубковый матч. Опять итальянская команда, Рома. Ничья 3-3. А по серии после матча в пенальти побеждает PSG 5-4. Матч против Боруссии Дортмунд. Победа 1-0. 1 октября поединок против Арсенала. Поражение 2-1. Матч против Интера. Поражение 2-1. Ну что, игра с West Ham'ом. Поражение 2-1. Нужно прерывать уже эту серию. Кубковый матч, опять итальянская команда. Милан. Победа 3-2. Игра с Баварией. Ничья 2-2. Сейчас мы симулируем матчи за ноябрь и смотрим турнирную таблицу. 4 ноября поединок против королевского клуба PSG Реал Мадрид. Поражение 3-1. Довольно-таки уверенная победа Реала. Проигрыш Роме 1-0. Матч против Ман Юнайтеда. Проигрыш 1-0. Кубковый матч против Ман Сити. Победа 2-0. Смотрим турнирную таблицу. На первом месте идет Манчестер Юнайтед 32 очка. На втором Наполи 32. На третьем Ювентус 30 очков. Тройка неудачников этой лиги. 18 место PSG. 19 Манчестер Сити. 20 Милан. Очень плотная борьба идет в лиге, как вы видите. Одна победа, и все может поменяться с ног на голову. Так, ребятки, декабрь. Очень насыщенный график для французской команды, но я думаю, они справятся. Профессионалы все-таки. Поединок против Ливерпуля. Победа 2-1. Матч против Атлетико Мадрид. Победа 2-1. Очень круто начинают французы. Ничья с Тоттенхэмом 1-1. Победа на Шальке 1-0. Поединок против Барселоны 2-2. Пока еще нету поражений в этом месяце у французов. Ничья с Миланом 1-1. Матч против Челси. Поражение 3-1. Здесь Челси взяло гору в этом поединке. И победа над Боруссией Дортмунд. Но довольно-таки неплохо. За 8 матчей всего-навсего одно поражение. Во всех остальных поединках PSG брала хоть какие-то очки. 1 января, игра с Ювентусом, победа 2-1. Кубковый матч против Бристола, победа 2-1. Лига чемпионов, первый поединок против Манчестер Юнайтед, поражение 2-1. Ничья с Наполи, поражение Челси 2-1. Ответный матч Лиги чемпионов против Ман Юнайтеда и победа 1-0. А кто дальше проходит? Вот это интересно, как там проходили первый поединок. А, это Карабао Кап. Это Карабао Кап, ребятки. Я думал, Лига Чемпионов. Сорянчик. Ничья с Ман-Сити 0-0. И поединок против Баварии. Поражение 3-1. Игра с Вест Хэмом. Разгром 3-0. Без шансов абсолютно. В кубковом матче победа над Ман-Сити 2-1. Победа над Ромой 2-1. Опять кубок. Победа над Бирмингемом со счетом 3-0. Победа 2-1 в Карабао Кап.
март. Первая игра против канониров. Ничья 1-1. Победа над королевским клубом со счетом 1-0. Кубковый матч против Атлетико Мадрид. Здесь победу одерживают матрасники со счетом 2-1. Победа над Ман-Сити 1-0. Поражение Интеру 1-0. И ничья с Лестером 0-0. Давайте, ребята, посмотрим турнирную таблицу, как там идут дела. Мы видим, что на первом месте Манчестер Юнайтед, у них 73 очка, и скорее всего, что они станут победителями этой лиги. На втором месте Бавария 59 очков, на третьем месте Ювентус 56. За второе место, как мы видим, борьба еще будет идти до последнего тура, я думаю, 100%. Последние три места Шальке, Арсенал и Милан. ПСЖ поднялось на девятую строчку, у них 42 очка. Предпоследний месяц у нас поединок против Атлетико Мадрид. Нужно брать матч-реванш за прошедший поединок против этой команды. Поражение 2-0, к сожалению, и опять надрали попку французам. Ничья с Барселоной 2-2, ничья с Тоттенхэмом 1-1 и победа над Шальке 2-0. Май, последние два матча. Ничья с Ман Юнайтедом 2-2 с лидерами этого чемпионата. И поражение от Ливерпуля со счетом 2-1. Давайте, ребята, смотреть турнирную таблицу. На первом месте победителями у нас становится Манчестер Юнайтед. Ну, вполне предполагаемо. На втором месте Бавария 76 очков. На третьем месте Ювентус 68. Последние три места Ман-Сити, Арсенал и Милан. Ну, очень не ожидал я Ман-Сити увидеть в этой тройке, ну, что поделаешь. ПСЖ заканчивает на 12 строчке этого чемпионата, набрав 48 очков. В финале Emirates Cup Бавария выиграла Барселону и забрала себе кубок. Carabao Cup, победителями этого кубка стал ПСЖ, в финале они обыграли ту же Барселону со счетом 2-1. Ну что, ребята, если вам понравился этот видос, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать стримы, новые видосы. Подписывайтесь также на меня в Инстаграме. Если у вас есть какие-нибудь интересные идеи по поводу следующих видосов, пишите их в комментарии, я обязательно буду читать, по мере возможности отвечать. С вами был PlayJackson, до скорых встреч, пока!